Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео я распаковываю очередную посылку, пришедшую мне с сайта AliExpress. Ну что ж, поехали. Очередная посылка с сайта AliExpress достаточно объемная. По сути, у меня уже на канале распаковка этого товара была, поэтому концентрироваться, собственно говоря, на товаре в этом видео я не буду. Кому интересно посмотреть про этот слуховой аппарат, ссылочки вот здесь вот промелькнут в верхней части экрана. Несколько распаковок именно этого слухового аппарата и его характеристики. Здесь я только упомяну, что аппарат достаточно неплох по сравнению с другими бюджетными слуховыми аппаратами. По отзывам пользователей, в принципе, нареканий не так много, иногда бывают какие-то помехи в этом аппарате, но как бы в наш цифровой век действительно помехи иногда бывают, связаны они с различными факторами, что все мы носим сотовые телефоны, смотрим, например, телевидение уже по Wi-Fi и так далее, то есть все это в принципе может какие-то определенные помехи создавать. А в этом видео я сконцентрируюсь на выгодности покупки, потому что аппарат хороший, раскупают его достаточно неплохо. Даже через тот же сайт AliExpress, если посмотреть, то при цене, допустим, закупки этого аппарата примерно в 500 рублей, где-нибудь рублей за 800 вы его продадите элементарно. Соответственно, можно, в принципе, покупать, продавать. Единственное, конечно, надо проанализировать наличие этого товара у конкурентов. То есть, если в вашем, например, городе полно продающих такой товар, допустим, за 600 рублей, естественно, за 800 вам будет его проблематично продать. Если же продающих за 600, за 800 нет, например, продают дороже, то есть за 800 улетит просто только так. На чем я концентрируюсь? Ранее данный слуховой аппарат я закупал примерно по 500 рублей. Вот, сейчас, как вы знаете, у нас курс доллара подскочил. Только что вот я глядел, значит, курс доллара у нас уже 70 рублей за 1 доллар. И если вы откроете карточку этого товара, то вы сейчас увидите его цену, равную примерно 586 рублям. Вот, то есть здесь уже получается не 500, а 600 рублей, да, то есть ваша прибыль с последующей перепродажи, она, конечно, уже упадет. Поэтому при закупке, конечно же, нужно изыскивать различные варианты сокращения вот этой вот закупочной цены. Вот, самый, конечно, гениальный способ сокращения – это перейти с сайта AliExpress на сайт Alibaba, который работает непосредственно с китайским рынком. Вот, там можно найти действительно самые выгодные предложения, но в основном там уже работают мелкие компании-перепродавцы и просто крупные перепродавцы-частники. Вот, там уже нужно заморачиваться с посредниками, то есть кто-то должен в Китае выкупить, получить товар, проверить его и отправить вам. То есть это тоже все стоит денег, но в конечном счете это все равно получается выгоднее. Но там надо, конечно, тоже держать ухо востро, потому что эти перепродавцы тоже люди не глупые, иногда могут определенные там свои выгоды на вашем заказе тоже как бы отстаивать. Тем не менее, есть свои способы и для простого, вот, так скажем, обычного человека, который хочет, например, приобрести, допустим, 1, 2, 3 товара, прямо в рамках сайта AliExpress. И сейчас я как раз-таки поговорю об этих 7 уровнях экономии, которые, в принципе, можно получить прямо на сайте AliExpress. И, например, с ценника 586, как в моем случае, вот сейчас я покажу конечную карточку заказа, опустить стоимость аж до 458 рублей за единицу товара. Итак, поехали. Совсем недавно была у нас на AliExpress распродажа. Распродаж на AliExpress много, они производятся регулярно. Всегда на этих распродажах большие скидки. Но первый уровень экономии по этим распродажам – это получение купонов перед распродажами. В частности, перед последней распродажей разыгрывались купоны, в принципе, можно было их без особого труда получить. Так мне, в принципе, повезло, и я получил купон. Вот, соответственно, купон можно потратить только на заказ достаточно крупный. То есть, ну, если вы собираетесь купить там товар за 500 рублей, естественно, скидку 10 долларов вы не сможете применить. Поэтому вот у меня здесь в упаковке целых 10 единиц товара. Вот, можно было взять меньше, тоже можно было этот купон применить. По-моему, что-то порядка от 3000 рублей, наверное, можно было этот купон применять. Ну, я вот заказал примерно на 5000, как я на тот момент примерно планировал по закупочной цене.
Но у меня уже на тот момент был купон. Соответственно, я уже сэкономил. Это был уровень экономии номер один. Следующий, действительно, снижена цена по самой вот этой распродаже. То есть дожидаемся распродажи, ценник падает и держится так несколько дней, пока идет эта распродажа. Соответственно, делая заказ в этот период, ваша цена еще на один уровень опускается ниже. И это у нас второй уровень экономии на сайте AliExpress. А мы едем дальше. Третий уровень экономии – это как раз-таки экономия еще дополнительная от размера заказа. Потому что, делая крупный заказ, продавец вам дает скидку на последующие покупки. И если вы выбрали действительно хорошего, надежного продавца, а рекомендую я именно делать так, то есть не гоняться за самым-самым-самым дешевым предложением, лучше работать с проверенными продавцами. И тем самым с предыдущего заказа крупного у вас получается от него скидка, и на очередной заказ вы тоже получаете еще одну очередную скидку. Так уже у меня в том числе было по этому заказу. Так, переходим к четвертому уровню экономии, естественно, всем уже набившему оскомину кэшбэку, но тем не менее это тоже очередная экономия. Примерно 4,5% возврата средств через сервис кэшбэка Letyshops или до 5-6% кэшбэка через кэшбэк-сервис EPN кэшбэк. Тоже дополнительно, конечно же, мы это применяем. Кто еще не пользуется кэшбэк-сервисами, ссылочки под видео, обязательно регистрируйтесь и покупайте, естественно, с кэшбэком. Это, несомненно, тоже экономия средств. Следующий, пятый уровень экономии – это момент оплаты. Возможно, вы не знаете, но некоторые банки, в частности, например, Тинькофф банк, они выпускают специальные пластиковые карточки, предназначенные для совершения выгодных покупок на сайте AliExpress. У них есть такая карточка Тинькофф AliExpress. Совершая покупки, оплачивая с этой карты, у вас на счет накапливаются баллы. Накопив, например, 500 баллов, вы можете себе компенсировать одну из покупок, совершенную на сайте AliExpress, например, стоимостью 450 рублей, если у вас, допустим, 500 баллов. То есть вы ранее приобрели товар на 450 рублей, зайдя в интернет-банк Тинькофф банка, вы видите список последних совершенных покупок, и вы можете запросить возмещение стоимости одной из покупок, которая, вот так скажем, попадает в этот бюджет. Выбираете эту покупку за 450 рублей, и эти деньги вам возвращаются. Вот, определенный процент, так скажем, кэшбэка баллами производится в рамках этой программы. И это наш пятый уровень экономии на покупках на AliExpress. Далее, шестой и седьмой уровень, они являются методами более опосредованной экономии. Так, в частности, например, вы можете сделать свою покупку гораздо более выгодной, если, приобретя больше товара, чем вам необходимо, вы часть товара потом перепродаете с выгодой. В частности, например, приобретя за 500, допустим, рублей этот слуховой аппарат, его легко можно продать, допустим, рублей за 800. То есть я компенсирую затраченные на покупку 500 рублей, сверху еще зарабатываю 300 рублей выгоды. При этом, конечно, нужно понимать, что вы как перепродавец, вы берете на себя бремя всех проблем с доставкой, если, например, доставка вам не дойдет, вам нужно будет разбираться, участвовать в спорах и так далее. Если будут какие-то проблемы с качеством, тут вы тоже являетесь гарантом для последующих покупателей, что если, например, у них возникают проблемы с качеством, соответственно, они будут обращаться тоже к вам. Ну и опять же, дополнительные затраты энергии, публикация объявлений, общение с потенциальными покупателями, встреча с ними, совершение сделок. Это тоже, конечно, отнимает определенные усилия, но тем не менее, это достаточно выгодно. Вы компенсируете затраченные деньги и зарабатываете что-то сверху. И последний, седьмой, также опосредованный способ заработка. Приобретая интересные товары, конечно же, вы можете, заведя свой собственный канал на YouTube, вы можете снимать распаковки. Распаковки я рекомендую снимать всем всегда, даже если у вас канала нет, просто чтобы обезопасить себя от продавцов-мошенников, которые вам могут прислать, например, кирпич вместо там, какого-то достаточно дорогого товара. Соответственно, распаковку, конечно же, нужно снимать, но если вы дополнительно видео выкладываете на канал, снимаете, монтируете, это тоже дает вам определенный доход, опосредованный, конечно, то есть YouTube платит каналам, у которых включена монетизация, за просмотры, за показы рекламы, то есть это тоже одна из степеней экономии средств на покупках. Наверное, самые въедливые мои зрители скажут, что я
упустил еще одну возможную степень экономии. Это совершение оплаты покупки через приложение AliExpress. Там на самом деле цены действительно могут быть еще более выгодные. Единственное, там нужно следить, чтобы был применен кэшбэк. Конечно же, при этом оплачивать нужно также желательно с карточки Тинькофф AliExpress, что тоже дает дополнительные баллы. В общем, этот способ на самом деле я знаю. Кому-то удобно, кому-то неудобно. Тут уже сами решайте, использовать, не использовать. Ну что ж, а теперь давайте откроем нашу посылку. Напомню, что обошлась мне вся эта посылка в 4580 рублей или примерно $65. Добралась она до меня достаточно быстро, за 11 дней. То, что там все слуховые аппараты в очень хорошей упаковке, это уже, в принципе, известный факт. Я уже знаю, что там внутри. Просто посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, все нормально. Упаковка цела. Моделька К86. Достаточно хорошая, проверенная. Внутри имеются две батареечки про запас. Вот такая вот небольшая посылка. Небольшой ликбез по совершению экономных покупок на сайте AliExpress. Вот, кому недостаточно описанных способов экономии, можно действительно переходить еще на сайт Alibaba и там совершать покупки еще более выгодные. В принципе, я на этом свое видео, наверное, заканчиваю. У кого какие-то вопросы будут, задавайте их обязательно в комментарии. Я всегда с удовольствием на них отвечаю. Конечно же, в рамках своей компетенции. Вам же я всем желаю совершения наиболее выгодных покупок на сайте AliExpress. Если видео показалось вам полезным, не забываем лайкать, подписываться на канал, репостить видео, нажимать на звоночек в настройках моего канала, чтобы первыми получать оповещения о новых видео. Все, всем удачи, пока!